которых главные тренеры определили на сегодняшнюю встречу. Итак, начнем с хозяев поля, футбольный клуб «Порше». В воротах Андрей Игнатович, номер 1. Далее по номерам. Номер 5, Йорми Джей Артито. Номер 6, Тайсир Адамчик, капитан команды. Номер 8, Тимофей Анисимов. Номер 10, Александр Пузач. Номер 13, Егор Петров. Номер 17, в поле на сегодняшнем матче Станислав Ананев. Ему помогают на линиях Александр Черник и Виктор Абраменков. Четвертый судья Сергей Сизиков. Инспектор матча Валерий Езевич. Ну что ж, прозвучит. И классный пас, какой на правый фланг получается. Молотков, прострел в центр. И будет ли удар по воротам? Гонжуров дальше налево. Железников можно пробивать. Ближний угол, удар от Глеба Железникова. И с такими передачами, то вообще можно еще одну контратаку на свои ворота получить. Железников. Но здесь немножко свободного пространства есть. Мельник. Еще одна подача в центр. Молотков, скидка на дальнюю штангу. И Глеб Железников забивает первый мяч в этой встрече. 1-0. Орша выходит вперед на 33-й минуте. Ну что ж, ничего не предвещало этого взятия у ворота, если честно. Такая затяжная, очередная затяжная атака Орши. Непонятный навес и там верховая борьба, которую, казалось бы, оршанцы проиграли. И в итоге мяч все-таки оказался на дальней штанге. Ну а там уже... Так забить можно попробовать с углового. Подача на ближнюю штангу. И какой удар. Тайсир Адамчик в одиночестве выпрыгивал и подрезал мяч в ближнюю девятку. Преимущество Батэ со счетом 3-2 тогда вели борисовчане. Но вот еще 3 гола за 20 минут накидали сопернику. Атака Слонима. Прострел низом. И удар в одно касание. Забирает мяч в руки Андрей Гонатович. Не с первого. Получает Мельник передачу. Прострел низом. И опасный момент может возникнуть. Толкин. Не сумел Артем выбить мяч. Железников дальше на фланг. Молотков, удар в дальний угол, и 2-0. Порше увеличивает отрыв в счете. Егор Молотков это делает на 79-й минуте встречи. Ну что ж, еще один такой, как и в первом тайме, не самый логичный. Но Слоним не сдается, идет вперед. Еще один удар по воротам, и мяч даже в створ прилетает, но...